Привет! Ну что, пойдем? Пошли. Пойдем. Побежали, конечно. Дамир, забирайся на диван, пожалуйста. Ну что, у нас сегодня с тобой большое дело, да? Выгнать микроба и пойти выбрать подарок за это. Что мы сегодня будем с тобой смотреть? Фиксики. Так, маска, наносит, головка прямо. А как она обезболивает? Обезболивает как? Ну, микробы очень не любят, когда вкусно пахнет. И когда ты дышишь через нос, этот запах попадает в ротик, и микробы от него засыпают. И пока не спят, мы выгоняем. Паста. И у нас сегодня шоколадная. Тебе подходит шоколадная паста? Да. Космический пласт. Крутой? Мы с тобой его наденем на зуб, выгоним микроба, поймаем микроба в этот плащ и выбросим в помойку. Хорошо? Хорошо. Ну какой же ты классный помощник. Пощекочу тебя немножко, Дамир. Щекотно? Угу. Прикрой ротик, закрывай немножко ротик, наступи на мой пальчик. Раньше? Я хочу сол. Давай мы с тобой мультик посмотрим, ладно? Молодец. Так, ловлю микроба. Ну, какой он большой сидит. И усами шевелит. Ты помнишь, сколько у него глаз? 30. Сколько? 30? 10 глаз, конечно. О, какой противный микробище. Так, вот он уже начинает плакать. Сейчас мы будем мыть. Владимир, он очень тебя боится. Ты такой смелый. Слушай, я тебя всем сегодня буду хвалить обязательно. Можно? Робот по-прежнему говорит, что у тебя 100% храбрости. Ты молодец. 99 ванилек, представляешь? Это еще больше, чем обычно. Что они там чинят, эти фиксики? Ты-дыщ! Супер, Дамир, я тобой горжусь. Вот бы все такие были. Смелые парни и девчонки. Но нет. Горько? Давай помоем. Давай помоем. Давай сделаем массаж. Как дела у тебя? Хорошо. Это прекрасно. А вы уже вытащили пломбу розовую? Она вообще-то не розовая, а белая. Сегодня поставим с тобой супер красивую белую. Мы даже можем на зубе что-нибудь нарисовать. А что? А что ты хочешь? Еще фиксика. Фиксика какого? Фаера. Ну давай нарисуем фаера. Тебе нравится мой фонарь? Да, он как фаер. Фаер. Фаер-шоу. Очень красивый фаер есть. Это как клеймо на зубе, что зуб здоров, да? Кто такие? Большой секрет. Так, ну что, герой? Суперстар. Так. Приз ты сегодня заслужил. Открывай подарок. Подарочный сундук. Слушай, ну фокусы самое классное, я считаю. Что здесь? Пещера. Микроб добрался до сердца зуба, представляешь? Грыз и прогрыз. Но микробы мы выгнали и восстановили зуб красивым, беленьким сделали. И вот тут красиво? Да. Нравится? Да. Как у супергероя? Да. Да, и там где-то нарисован фаер. Но только в моих очках можно его разглядеть. Итак, кому мы даем грамоту? Доктор Ерошкина. Грамота вручается за храбрость, выдержку и настоящий героизм. Держи, Дамир, я тобой Спасибо. Горжусь. Держи фокус, и в следующий раз покажешь, чему ты научился. Хорошо? Говори всем пока. Отдаю вам ребенка. Спасибо вам.